Всем привет, с вами Ванну Гуд, и сегодня я хочу рассказать вам про интересную партию из полуфинала мирового командного чемпионата между Японией и Китаем. Она сыграна была между Шики Шимамура, Япония, Ник Пулпон, и Дон Джен, Китай, Ник Дон. И в этой партии было много интересного, чем я с вами и хочу поделиться. Итак, дебют до этого момента стандартный. Здесь Донг выбрал вариант на g4. Обычно здесь играется на e6. Но g4 тоже имеет право на существование. Пулпон ответил на g5. Дальше здесь ответ черных на e3. И еще один интересный ход на c7. Черных убирает доступ на g3. И чтобы его вернуть, белым придется пойти на d7. Вот. Либо, сыграв на b4, полностью закрыть себе этот доступ, но зато получить доступ на e6. И белые выбрали такое развитие событий, продолжение. Угрожают взять e6. Черные здесь делают тихий ход на b5 и тоже получают себе доступ на e6, угрожают его взять. И вынуждают белых как-то реагировать. Поскольку фишку c4 не перевернуть без больших потерь, то белые сами берут e6. И дальше у черных хорошее продолжение на c5. У белых здесь довольно-таки играбельная позиция. Они здесь могут пойти на d7, отравив ход на e7. Могут сыграть на e2, убрав опять же ход на e7 и подкинув проблем черным. Белые избрали вариант на d7. А здесь черные могли сыграть на g6, но ответ белых на f7, и у черных кончаются хорошие ходы. Либо мог быть еще сыгран вариант на e2 в ответ, но это было бы хуже, потому что после g6 e2 идет h5 и малая диагональ f6 g5 полностью черная. И поэтому здесь, в этой зоне, получается некоторая потеря темпов у белых. Следовательно, белые логично на g6 ответят f7. И черным придется что-то придумывать. Поэтому они решили сыграть по-другому. Они сыграли на c6. Хороший ход. В эту зону белым играть нет смысла. Ход на g6 у них пропадает. И единственное, что у них остается, это тихий ход на e2. Что и происходит, его используют. Дальше у черных есть хорошее продолжение на g6. Здесь возможен ответ белых на f7 неплохо смотрится. В принципе, либо разыгрывать здесь, но тут ход на d2 переворачивает сразу здесь половину зоны, остается только ход на c3 у белых, у черных тихий ход на a3, и белые здесь могли бы использовать b3, но решили по-другому сыграть в эту зону на e7. Здесь у черных такие варианты: тихий ход на d8, но пока его рано использовать, потому что здесь, видите, есть темп на b3 у белых, и его нужно как-то здесь попробовать
наиграть себе что-то. А d8 никуда не денется. Поэтому черный здесь играет на c2. Разыгрывая здесь зону. Ответ белых на b6. Здесь, если черные сыграют на d1, то продолжение на a5 хорошее у белых. Также белые угрожают здесь занять d8. Хорошую позицию, которую здесь черным будет непросто разыграть. Поэтому черные здесь вынуждены играть d8 самостоятельно, использовать этот хороший ход. Белые продолжают разыгрывать внизу стороны, играют на e8. И вот здесь обратите внимание, если черные играют на c8, то из-за того, что фишки c4 и d5 черные, вся малая диагональ c4 e6 становится черной, и доступа на f7 прямого у белых нету. Им нужно его наигрывать, то есть тратить ходы в этой зоне, чтобы попасть сюда на f7. Так черные играют сюда на c8. Белые пытаются наиграть себе доступ на f7. Смотрим. Вот, перевернули, и черные отбирают обратно этот доступ. Белые продолжают пытаться его наиграть. Но теперь черные видят, что им уже никак его не отобрать. Играют сами на f7. Очень хороший ход. Чем же он хорош? Если белые играют на b8, то у черных ход на a5 становится тихим очень и хорошим. Плюс появляется здесь зона паритета для черных из трех клеток в нижнем левом углу. И черным становится намного проще выиграть эту партию. Ну а если белые здесь не берут на b8, а играют, скажем, на h6, то черные просто продолжают на f8, и белые опять вынуждены ходить куда-то в другую зону, терять темпы, и, скорее всего, это будет для них проигрышем. Но здесь у белых, в общем-то, нет хороших ходов, у них вынужденный ответ на f8. А черные продолжают давить, у них ход на a5. Здесь, если белые играют на b8, то у черных очень хороший здесь розыгрыш страны. Могут сыграть на h4. И дальше, используя несбалансированную сторону, отдав h8, могут выиграть всю партию. И здесь, вот смотрите, какая дальше здесь логика розыгрыша позиции, по идее, должна была быть. Да, здесь, например, есть хороший ход на f2. Тихий, под столб, ничего не переворачивает. Ответ на f1. А здесь создается зона паритета для белых, а здесь 5 клеток играбельных, теоретически. Но, обратите внимание, здесь у нас зоны, в которых белые и черные могут биться, это только слева, вверх и низ. Здесь справа нигде у белых нет игры. Она есть только у черных. И далее. Еще один важный момент. Сейчас я вам покажу на зебре. Смотрите. Если мы попробуем сразу сыграть на g8 и таким образом вынудить белых играть в зоне слева, либо пойти на g7 и отдать нам все, то тогда ход на a7 отбирает у нас диагональ полностью.
Это не очень для нас красиво, потому что потом эту диагональ надо возвращать, мучиться, терзаться и все прочее. Поэтому у нас здесь с вами есть отличный ход на h5. Если ответ на h4, то продолжение сюда же. И смотрите, теперь диагональ наша. Мы ее контролируем. И здесь можем по паритету спокойненько распоряжаться ситуацией. И здесь мы можем даже еще поддавить, смотрите. Ход на b7, да, отдаем здесь всю сторону. Мы щедрые, но зато паритет наш полностью, ходы все наши. И мы можем рассчитать партию до конца, учитывая, что опций не так много ответа. Это будет для нас очень легкий выигрыш для черных. Ну а если здесь белые ответят по-другому и возьмут на b8, то здесь вклиниваемся и разыгрываем несбалансированную сторону просто и эффективно. Опять-таки используем то, что здесь вся черная диагональ наша. И, например, вот у нас вариант розыгрыша, в котором черные спокойно выигрывают без проблем. Но вместо подобного развития событий в игре черные выбрали ход сюда и дальше вариант на g3. Здесь у белых ход на b8 становится тихим, им сразу приятно это становится. И смотрите, b7, но здесь ход на h4 перехватывает эту диагональ и добавляет приятностей для белых, которые здесь играют на h2 и пытаются здесь как-то сохранить себе паритет и выехать на паритете. Давайте воспроизведем эту позицию здесь по зебре. И здесь зебра нам говорит, что те или победы у черных не так много. Это вариант на b2. Победа будет в итоге 33-31, и она сложно считается. Или вариант на h7. Это тоже вариант 33-31. И он тоже сложен для просчета, очень сложный. Поэтому здесь черные максимально осложнили себе жизнь. И в реальной игре они сделали ошибочный ход, после чего оппонент довел игру до победы 35-29. Напомню, что в таких партиях международных высокого уровня 30 минут на партию очень большая ответственность за результат команды, и поэтому волнение Донка и ее ошибка абсолютно понятны. Но в целом это была очень интересная партия, мне было интересно ее для вас разобрать. Всем спасибо за внимание.